Всем здорово, ребят. Ну что, расскажу, поделюсь. Словил в новой локации офигенную тему. Зашел, случайно нажал при запуске опять на зеленую, ну, на зеленую подземку легкого уровня. И, соответственно, пришлось проходить сначала. Я не могу выйти, наверное, как и многие из вас. И просто зайти на следующий уровень, который там прошел, не прошел. Соответственно, я попал на такую вот пачку, и просто я ее слить не могу. Тут у нас Зефир, тут у нас Огник с маскировками. И, соответственно, я на этом аккаунте ни хрена сделать не могу. Супер, спасибо, GG. Сейчас мы с вами попробуем пройти локацию на русском сервере. Я прошел на Сардельке здесь. Попробуем опять же сначала пройти. Сначала, ребят, вдумайтесь, сначала за пределы. То есть, если вы не пришли в предыдущий этап, вы сейчас не сможете пройти дальше. Ну, логика, в принципе, простая. Донаты пройти не смогут. Зачем им проходить? Они это все купят. Без донаты пройти не смогут, потому что им это не под сильно. Ну, частично я на Сардельке первую локацию прошел. Мы сейчас с вами посмотрим Запределье. Это у нас не Сардельке, вот экспертный. Я не могу пройти уровень на предыдущем уровне сложности. То есть мне надо вот этот уровень пройти. И на следующий раз, аж на следующий раз, не сегодня, не завтра, а на следующий раз я смогу пройти дальше. Ну, не факт, что мы его пройдем. Поехали. Создать. Сейчас попробую выриком проскочить и зайдем на Сардельку, посмотрим, что у нас будет там. Так, сюда космо поставим, Огника сохранить. Поехали, атака. Тут, честно скажу, тут пофиг, что вы возьмете. Самое главное — не попасть на донат, ну, нормальную такую донатную пачку Зефирами, их надо избегать. Но на моей силе я показал уже. К счастью, их хватает там на втором левеле, мы просто застреваем. Вот так вот. То есть, как кому повезет, скажем так. То есть, в этом плане интерес к локации возрастает. Ну, первый левел проходится очень быстро. Тут без разницы, что вы будете выбирать. По сути, оно роли не играет. Донатный аккаунт. Все равно, как видите, по чуть-чуть уже сливаются. Ворожей не успевает хилить. Надо на ворожея поставить сразу же ремку, чтобы включался. То есть тоже такой нюанс. Но это играет роль. То есть он у вас должен включаться сразу, потому что под конец боя КП переходит на следующий левел. Ну, либо искать фонтан для отхила. Это, кстати, тоже тема нормальная, когда энергию восстанавливает. Крит, по сути, до одного места, он против отражалок работать здесь особо не будет. Ну что, понеслась, ребят, называется. Нормально так минуснули моих. Пойдет. Ну, пока держимся еще. Итак, Зефир 1. Тут без Зефира попробуем этого пройти. Но тут еще у меня герои тащит. Или как? Отлично. Вариант. Нормально. Зашли удачно. Так, Огник, Космо, Культист. Попробуем через эту пачку зайти. Может, повезет.
и мы пройдем в этот раз. Ну вот я говорю, я на Тайване хотел сделать это, но, к сожалению, не получилось. Случайно чисто нажал и, соответственно, меня кинуло просто на первую. Так, что у нас? Веселая Фрея попалась, походу, да? Ну, у меня тут на героях есть недомогание, но спасет ли оно нас? А спасло. Не факт, что мы дальше поддержимся. Как видите, рандомные пачки бывают. Бывает, что везет. Так. Гич. Ну, надо однозначно, зря я, конечно, сюда пошел, миновать пачки, где есть зефиры. Где есть зефир, это 90% того, что вы сольетесь. Конечно, все зависит от вашей силы. С недомоганием, да? Да, с недомоганием. Вражеская Фрея. Ну, у меня тут тоже герои с недомоганием. И Фрея, и Огник. Поэтому мы, по идее, должны затащить. Знаете, такое чувство иногда, что лучше просто силу скинуть, качнуть нужных героев и не париться. То же самое, как в лабиринте, один в один. Да давайте тащите уже. Так, у нас Огника слили уже. Надо дождаться, чтобы слили чем побольше. Завершить бой вы тоже не можете. То есть вам приходится ждать. Варианта у вас другого нет. Тоже, почему я не могу завершить бой? Чего я должен ждать там все минуты? Недоработка, я считаю. Сейчас попробуем резнуть всех. Самое интересное, посмотрите, урон по Огнику. 5000 всего. Всего лишь 5000. То есть двоих героев я не смог убить. Сейчас попробуем таким вот образом. Может, таким образом мы сможем затащить, когда все будут. Но опять же, это не факт. Ну, так получше. Повезло. Что, она там сожила еще, что ли? Главное, чтобы не смазка и не выживание. Ну, нормально, с выживанием. Судя по отхилу, 800 там или сколько там миллионов, я не знаю. Да, выживание стоит. Супер, ребят. У нас все равно Огника слили, я смотрю. Просто что я могу сказать? Браво, HG. Вы делаете все для людей.
Я по времени просто не успеваю ее убить. Она на половине таки осталась. Давайте еще разок резну. Полторы минуты и ставить такие темы мы за 3 минуты не проходим. Ну, вы разве не знаете, что проблемы с этим в игре? Нафига вы сюда лепите таких героев с такими прокачками? Для чего? Для кого? Вопрос. Типа, мы сделали вам новую локацию, но вы ее не пройдете. Это бред. В общем, думаю, бессмысленно сидеть. Сейчас она добьет, пойдем на второй аккаунт. И я вам постараюсь показать хотя бы частично, я надеюсь, что там будет во второй. Но здесь это просто Unreal. Ну, если бы это был на английском, такая фрейя мне попалась, я бы ее слил. Но там у меня посерьезнее противники попадаются из-за того, что есть привязка к силе. Какого фига? Ну все, без вариантов. Тут реально без вариантов. Супер. А, поехали на вторую, на второй аккаунт, на сардельку. Я, к сожалению, провтыкал пройти на своем аккаунте так. На английском сервере. А, так, за пределя. Эксперт, ребят, эксперт. Заходим, мы прошли, то есть это второй левел у нас. Я не знаю, тут у меня герои вообще никакие, но хоть у нас был шанс, посмотрим, какой шанс дальше будет. Сможем ли мы хоть что-то сделать? За пределы начальный, первый левел. Что у нас тут есть? И поехали посмотрим. Я уже вижу фрейм. И мне от этого уже становится плохо. Так, тут у нас Фрейя. Рогатка, ПБшка сильно. Поехали на этого, лучше нападем. Ну, пока терпимо. Терпимо, но полпачки у меня уже есть. Нет, точнее. Так, землеройка. Вольт. Ну, терпимо тут пока что. Прошли. Тут только такой вариант вставать сюда. Так, Рино, стрелок. Ну, нормально, видите, небольшая сила. Без проблем проходим. Есть шанс нормального прохождения. Вот это нормально. На мелкой силе можно ходить. С этой точки зрения плюс. Вот это реально плюс для мелких левелов. Но для больших левелов что делать? Как сливать? Вот тут уже космо есть. Ультарктика. Вторая фрейя. А, фу ты, это моя, я уже испугался. Я уже был испугался, думаю, все, жопа. Так, землеройку нашу слили. И уснули под молчанкой, к сожалению. Ладно, ничего страшного, пока держимся.
Но без землеройки, конечно, будет сложновато это все проходить. А, в принципе, отлично. Создать команду. Убрать. Сохранить. Поехали. Изи. Сундук. И вот откуда можно будет собрать скитальца. Но первый левел прошли. Поехали на средний. Посмотрим, что у нас дальше будет. Тут уже герои идут с эволюциями. Не знаю. Нормально, меня так захреначили. Так, тут опять. Ну, таких можно еще убивать. Минус 2 героя у меня. Так, надо посмотреть, где у нас рез будет следующий. Так, восстановление. В принципе, Фрея здесь еще моя тащит. Командора. Блин, слили опять землеройку. Давайте восстановим. Создать команду. Кого у нас резнули? Так, резнули вроде стрелка. Попробуем Купидон, Ирину. Жаба, Анубис, Командора. Блин, Командора тут, конечно, сейчас нас раздаст, мне кажется. Ух ты! Вот так вот, ребят. Вот так вот закончились наши приключения. Ну, 600 самов было, 600 самов просрали. Но терпимо. Ну все, дальше... Дальше для меня это закончилось. Меня просто тупо ушатали. Все. 600 самов просрали. Дальше я просто ни хрена сделать не смогу. Не смогу. Ну, в общем, как видите... Посильнее уже герои идут. И реально дамажат они нехило так. Ну, тащим. О, Атлант почти дал возможность нам добить. У Командора. Командора, которая меня просто тупо ушатает. Так, а ну-ка давайте откроем сундуки. Точнее, сундук. Достаточно места на складе. Я лаву лучше продам. О май гад, мне просто интересно посмотреть, что нам даст. Возрождает и восстанавливает здоровье всех в запределе. Ну окей, поехали. Попробуем. Еще есть у нас один шанс, вот мы получили. А, идем в запределье. Ну, честно скажу, не особо сложно, но уже посложнее, чем на предыдущих. Так, изменить настройки. Поехали. Ну, пачки уже 14 тысяч в полтора раза сильнее, чем мои. Вторые эволюции. Ну, если затащат, красавчики. Ворожай, давай хиль. Отлично. Потащили. Создать. Я даже не знаю, кого. Давайте Атланта закинем. Вариант. Так, одна пачка Феникс. Вторая пачка Феникс Космо. Ну, наверное, лучше вот эту верхнюю выбрать. Вторые эволюции. Нифига себе, вы видали? Мы почти их затащили. Ну, все, тут торба.
То есть дальше мне прийти, ну, Unreal и тратить кучу самоцвета, я не знаю. У нас нету столько самого, наверное, не будет, чтобы еще раз попробовать. Или хватит, сейчас попробуем скриптить где-то 550. Не, к сожалению. Вот так вот. 600 самов. Больше мне негде получить. Вот такое вот, ребят, прохождение. Что я могу вам сказать? Ну, шанс, как бы, первый пройти левел есть. Я не знаю, что будет в третьем, потому что второй я здесь не прошел. Просто пипец. Уже интересно третий посмотреть, но, как видите, сложно. То есть надо и самоцветы, и сила, и герои усиления, уже вторые эволюции идут. Такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.